Всем доброго времени суток. Это видео будет посвящено отчету об эйвенте. У меня было 10 персонажей, которые ходили на ледяную арену ежедневно. Единственный персонаж у меня пропустил один раз, один день. Все остальные дни я ходил. 219 мешков. Вот это лут с первого, это лут со второго, лут с третьего, ну и так далее. Здесь, соответственно, также. Вообще эйвент был говно, если честно. Почему? Потому что на некоторых персонажах не выпало вообще нихуя. Вот один из этих персонажей. Просто не упало ничего. Ни пэтпода, ни масла. Нихуя. Ну и вот. Еще есть персонажи. А, вообще в общей сложности у меня получилось 14 пэтподов. 4 камня и 6 масел. Естественно, здесь не идут в расчет масла, на будущее купленные за, соответственно, event item. То есть профа кончится, я куплю. Видите, здесь я даже не успел открыть сундучок, потому что все, то есть время профа. Вот она, профа у меня. Ну и давайте быстренько чекнем. 219 походов, приблизительно это 10 минут один заход. Соответственно, мы умножаем на 10 219 мешков, потому что получаем. Далее мы делим это на часы, то есть 60 минут, чтобы увидеть часы. Получаем, что мы потратили на этот эвент 36 часов. Ну и как вот вы думаете, за 36 часов нормально ли получить 14 пэтподов, 4 камня и 6 масел? Мне кажется, нет. Вот мое сугубо личное мнение. Мне кажется, это эвент дерьмо собачье. Просто ебаное дерьмо. Сорян, ребят, за мат, но как есть. Такое вот, ребят, коротенькое видео. Больше тут показывать, в принципе, нечего. Поэтому вот как-то так. Ждем нового эвента. Посмотрим, насколько апнется у меня ДПС с учетом новых патчей. Ну, точнее, с учетом того, что ведут пояс, который будет работать с перчаткой. Или с браслетом там. Ну, в общем. Ждите новых видео. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите в комментах, сколько выпало вам чего. Со скольки персонажей. Повезло ли вам больше? Довольны ли вы эвентом в целом? Или же вы солидарны со мной? Всем удачи, всем пока.